Еще один внутри вроде. Ты хиляешь? Все, блядь. Раз, я его разбил, а где фраг мне, алло? Ты его разбил? Да. Бегает. У меня тут чел лежит просто. Здорово. Да выключи ты рацию свою, блин, достал уже. Да я на связи, алло. Впереди, у меня в доме второй этаж. Да. Жар, я врываюсь, делаю грязь. Прорывайся. Он через им стреляет, если что. Нет, просто. Ааа, животное. Ты что-то кинул? Нет, закрой рот свой. Понял. Вот здесь за стеном есть. Выпрыгивай. Ну, Ром, пораньше надо было. Двое. Я это, слышишь, на вазике туда ломаем сено. Давай, да. Чисто кем-то раскидал. Мне не дают себя пострелять. Ты кто, навертили, что ли? Летим дальше. Блин, красиво. Зеленый вижу, сейчас попробую маленький. Нас уж животные санные, бля. Да, унижение чисто читеров. Все, он на камне стоит. Да. Там основной. Да он меня внокает. Угу. Они ВДшнулись, они ВДшнулись, если что. Да? Понял, понял. Он миномет заряжает. Неплохо. Это что за актер? Артика, давай! Ну почти. Прикольно. Он взял гранату, зажал чеку. И он выжил, прикиньте, еще. Да, они выжили. Но он сам тут кинул гранату и выжил. Аж 7 лет, может быть. Ой. Надо задавить его. Нас... Акси! Здесь вот у нас есть. Да я случайно врезался. Я не услышала, что мы прям рванем сейчас. Пошел, ладно, кек. Ой, хорош. Он очень просит, чтобы к нему сели в тачку. Он говорит, сейчас аптеку прожму. Не, она все равно, ты прямо почти попала, ты умница. За зону умер. Можно инфо? Информацию-то дайте какую-нибудь. АВД. За машиной у меня. Сейчас. Отхилюсь. Крыша ушел. Где у тебя еще? Нету здесь. Я добила. А мне дали килл сразу. А не. Бегает. Внутри, не бегает. Внутри, внутри. Лучше не поднимай. Прям вплотную. Лучше не поднимай. Не поднимай, не поднимай. Взял меня, смотри. Опа! Все. Пусть ебаный. Приятной игры. Че ты оскорбляешь-то? Я же с тобой разговаривал все это время. Проиграл и проиграл, бывает. Но у меня тут люди есть. Назад в зону едь, давай. Ну, я не знаю, за зоной можно ли. Да помогу вам, девочки, помогу. Ой.
Вот вам и лут. Только 4 секунды, и опять жопа происходить будет. Я им игру выиграл. Конечно. Что? Он не последний был? Нет, нет. Охуеть. Я не с ними был. Блять, там два читака, бля. Я думал, все они. Ну чё ж ты не сказал, я бы тебе помог. Я наоборот им помогал, а тебя не убивал. Ладно, давайте. Хорош. Лодка туда залетела. Прям в него. Да, туда же где мне. А, давайте в зал на 30 секунд. Я еще без каски. Ой. Я же говорю, канат нукнется. Давай сюда. Давай, ты зарубь. Каннибал, ты там один. Я сейчас уеду. Красота. А миномет ты не забрал? Да чем? Мне все выстрелил. А, ты. Ой, молодец. Расстрелял. Я вроде вайпнул. Акс, твое время, твой выход. Да какой ВСС? Тут враг еще есть. Смотри, чтоб не убежал. Ты зря пули тратишь на добивание. Я его прекрасно могу добить. Хорошо. Еще ничего хорошего. Ну теперь хорошо. Не-не. Я за сообщениями слежу. Еще где-то один есть. Взял, можешь, помнишь? А, вижу, по дороге бежит. Темно. Где? Ну, вот тут примерно. Все. Но они все равно заняты на этого. Я даже не знаю, кому помочь. Тут на мужика надо железные яйца. Что происходит, блядь? Просто бежит по дороге. Все. Думать надо, мужики. Фантазию включаем, ребята, все. Что это там? Что это бежит? Медведь. Я с этой штукой просто не играю часто. Видите эту машину? Они ищут, куда встать. Все. Нашли. Ебать, нихуя. Понимаешь, почему? Драйв. Блин, еще посылки падают. Неужели он один так переиграет? Не, мужики, давай на сковородках хотите? Ну это уже с ними, он не разговаривает на русском, кто остался. Подползай ко мне, раскид подберу твой. За то, что он не болтал с вами, я его сожгу. Смотри, братан. Вот так вот. Здорово. А, это софтер, пацаны. Молодец. Киньте ему репорт, мужики, это ваш софтер был, животное, он меня нокал. Спасибо за игру. Да. Ну, значит, видно было чуть-чуть. Там сверху вообще-то видно, если вы не знали механику игры. Сверху, он за забором. Ну, метку поставили, значит. Тебе аптеку надо? Вот аптеку. Угу. За туалетом один. А, он вон вообще. Добивай их. Хорош, хорош.
хуета ТВ, ебать. А чё ты оскорбляешь сразу? Мы же спокойно играем. А чё добиваешь, чурка ёбаная? А вы моих добили, в смысле? Давай не оскорбляй тут. Да какого хрена? Вик, их много. Тут походу с АВД встал. Чё их много? Рисуется у нас за углом. Давай за меня заползай. Ай. Ты чё такой оскорблён? Чего вы оскорбляетесь, мужики? Это же игра, вы чё? Красивый выстрел с панцира был. Чё, на кулаках будешь? Один на один остались с тобой. Он дотёк. У меня 5 киллов. Можете журнал посмотреть? И убедиться, сколько там битых у них. Мужик, будешь на кулаках? Я один остался. Мужчина, прием. Там нет мужчин. Мужчин, молодой человек. Чё тебе надо? На кулаках сыграем и разойдемся. Да ну нахуй. Тебе бинтов дать? Могу дать. Ну давай я тебя отпущу, ладно. Уходи, поднимай своих. Окей? Как будто бы их двое, да? Как будто их двое. Да, я же тебе говорю. Один слева, один вот тут перед тобой на забор. Че, мужики, забираете или че? Я ухожу тогда, да? Ну, я не знаю, ребята. Ну, конечно, я, блин, ослепню. Блин, я сам ослеп, ё-моё. В боках. Или разойдемся. Ладно, чё. Я вижу в ноги. Ногу. Анушка, ты чего? Надо право. Ой, что за твари будет? Да убьете спокойно, чего у вас ЛГ? Вон они два бегут. Пичка есть в белом. Я минометом кого-то нокнул. Минометом нокнул на желтый. И с чё? Там двое упали. Двое там остались. Где? Вон где? Минометр. Где? Метки. Меточку, еще. Желтая метка, 100% и левей. Да. Нокнула зона кого-то. Так они голые, господи, можно убивать их так. О. Не дала мне все-таки минометом, да, убить еще одну. Вот так вот, друзья, Виктория.